периферийное зрение, периферийное зрение. Поменяли. Левая нападает, правая защищает. Да подожди, да руки скрести. Поехали, поехали, поехали. Она не так сильно. Отключаем мозг, отключаем мозг. Переключили. Правая нападает, левая защищает. Поехали. Поехали, поехали, поехали. Хорошо, молодцы. Хорошо, закончили. Ну как? Разрыв мозга происходит? Ну на самом деле очень ну, с левой стороны получается, ты чтобы защищать руку только контролируешь туда-сюда, а здесь тоже было. Все равно, если ты знаешь, там ну, больше спорта. Ну да, то есть по-перемене. Сейчас разрабатывается амбидекстерность, то есть обоерукость ваша. И вы работаете, жена повышает немного. И пока думаешь, а потом со временем не будешь думать. Потом, когда уже почувствуешь, где можно пройти. Да? Вот сейчас мы приходим в состояние коллапса вашего мозга. Мы сейчас продолжим еще. Вы сейчас отдохните немножко, обдумайте все. Потом выключите мозг, расширьте себя. Значит, сейчас важно. Перед тем, как начать это упражнение, дайте себе установку. Я втекаю, когда нападаю. И я защищаю, то есть я создаю преграду, когда защищаю. Понятно, да? Дали себе такую установку. Поставили руки. Смотрим вперед рассеянным зрением. То есть вы как бы смотрите по сторонам. Понятно, да? Боковое зрение. Расфокусировали зрение. Правая нападает, левая защищается. Поехали. Не торопитесь увеличивать скорость. Ваша задача почувствовать вашего оппонента. Что он делает, как он делает. Только на ощущениях это должно быть. Только на ощущениях. Так. Меняемся резко. Я буду говорить хоп, и мы меняемся, окей? Мне сейчас сложно. Потому что пока я говорю правая рука, левая рука, вы переключаетесь медленно. Хоп! Да я нападаю. Хоп! Я ходила в автобусе. Хоп! Нападаем, защищаемся. Нападаем, защищаемся. Хоп! Дышите носом. Дышите носом. Носом дышите. Так, отдыхаем, на вылет играем. Играем на вылет. Хоп! Правая нападает. Работаем, работаем, круг уменьшился, один человек выпал. Да, сейчас левая нападает. Левая нападает, правая защищается. Оп! Хорошо. Отдыхаем. Как мы отдыхаем? Почувствовали вверху шар светлой, чистой, солнечной энергии. Взяли его в ладошки. Одеваем через макушку. Пропускаем через все тело. Не наклоняемся, просто выталкиваем через ноги. Взяли энергию земли, тоже почувствовали такой большой теплый шар. Большой, такой как пляжный мяч. Через ноги запускаем. Поднимаем. Наполняем себя энергией земли.
высоко-высоко руки вытянулись, бесконечность туда, в космос. Взяли шар светлой энергии, потянули его на себя. Землю. Как бы умываем лицо. А потом его вверх. Опять взяли. Потянули. Вниз. Последний раз. Землю. Живот. Женщины, правая рука под низ, левая сверху, мужчины наоборот, левая под низ, правая сверху. Шарик собрали внутри, собрали. Закручиваем пробку по часовой стрелке, три раза. А теперь резкий вдох и в себя. Как будто бы затолкнули пробку внутрь. Разгладили сургуч. Разгладили, разгладили, просто разгладили, разгладили. Хорошо, умели. И вот как масочку снимаем с лица и землю сбрасываем. Хорошо. Потянулись? Потянулись, дали телу свободу, расслабили его, покрутились. Как вам хочется. Подтягиваемся, как вам хочется. Хорошо. Приходите на повторение мастер-класса. Там мы будем более глубинно. Ну, вы опоздали немножко и не почувствовали вот это состояние away. Приходите обязательно. То, что происходит здесь, это сокращенная и очень сжатая программа. Мы с моими учениками прорабатываем толчки плечами в течение нескольких недель, только вот только плечи. Потом добавляем бедра, потом уже голову добавляем. И обязательно входим в состояние away. Войти в состояние away достаточно сложно. Но есть определенные, скажем, техники, которые здесь я не могу дать, а даю на семинаре. И сейчас собираю группу на семинар. Я гарантирую вам, что в течение... Нет, гарантировать не буду, но скажу так, что мои ученики в течение нескольких месяцев входят в состояние away уже вот так. На щелчок пальцев. Как только соберется группа, сейчас есть 4 человека, записывайтесь, я вас запишу, оставите номер телефона и будем проводить семинар. Это семинар «Даосская йога. Первая ступень». Я сейчас вам раздам, но у меня визитки, правда, по фэншуй, но я с обратной стороны вам напишу, что это Тайцзи Цюань, «Даосская йога». И звоните. А в каком городе? Киев. В Киеве. Значит, семинар стоит 1500 гривен, проходит он 5 дней, мы занимаемся с утра, то есть с 9 утра и заканчиваем где-то в районе 10 вечера, потому что очень большой объем информации, очень много нужно сделать, и каждая минута наполнена информацией и отработками.